Соответственно, я действительно дал поручение, учитывая, что никого не было от вас на штабе. И, кроме того, все-таки хотел пояснить, почему опора была поставлена на асфальт, там, где у нас проезжая часть и парковка посредине прям, да, то есть почему это получилось. Я одним словом, ваше намерение организовать работу, и я ставил задачу, чтобы на это совещание приходить с новым графиком производства работы, если подрядная организация, и вы намерены все-таки выполнить работы качественно, продолжать выполнять контракт. Так, Карен Валерьевич, пожалуйста. Относительно, Игорь Петрович, относительно нарушения графика работ, тут комментарий небольшой. На первом совещании, когда первый раз мы с вами виделись, мы разговаривали, вели беседу на предмет целесообразности демонтажа существующих опор, поскольку много есть пользователей, то есть есть сети, которые запитаны через эти опоры. И демонтаж этих опор привел бы к следующим последствиям. Во-первых, улица Мира долгое время осталась бы без освещения. Ну и вопрос бы стал, что же делать с людьми, которые все-таки долгое время пользовались этими опорами. И мы с вами пришли к решению, что целесообразнее оставить после демонтажа, организовать после, значит, установки новых опор. В последующем пришла необходимость изменить проектные решения, что мы и сделали, да, это по поводу самих опор, они были усилены, значит, новая была схема, ну не схема, а проект новых опор, и по этой причине, ну, собственно, мы были готовы организовать демонтажные работы, была техника соответствующая, но исходя из нашего совещания, в общем, было принято решение оставить это дело. На сегодняшний день у меня есть график производства работ новый, я уже предоставил, но сегодня с собой я, собственно, забрал, мы поставили на входящие, в пятницу мы отправили, и по новому графику работы. Это график с заказчиком согласован, ну, ты свой график сделаешь, у меня график тот, который... Подписан. Это тот, который, да. Да, который... Теперь вот вы дали график, и мы его видели, Геносич, график? Ну, да? сегодня первый день, я так понимаю, первый рабочий день, да. Заказчик видел, но еще не было обратной связи, скажем так, поскольку... Ну, хорошо, по этому графику, когда у вас окончание было? Окончание работы? Ну, смотрите, здесь весь вопрос в том, что есть несколько факторов, которые, к сожалению, от нас не может зависеть, потому что три подрядчика работают на одной площади, уже вопросы возникают относительно, там, я сделаю первым, ну, мои работы мешают, невольно, вольно мешают работе других подрядчиков. Я думаю, что это тот вопрос, который на локальном уровне мы сможем разрулить. То есть, не думаю, что это глобальный вопрос. Какого числа вы сделаете работу? Я график поставил... Предлагаете, да, в своем графике, на какого числа? График поставил до конца, значит, договорных обязательств, но с намерением, что я выполню это раньше. Почему сделал так? Потому что, опять же, возникает... Вы скажите все-таки, до какого числа у вас график для окончания работы? Так, демонтажные работы июль 16-й. И монтажные работы, обор освещения, до 23-го, но я хочу с демонтажом завершить и монтаж. Если, конечно, будут возникать какие-то препятствия, либо там... Ну, конец работы какие, когда вот... Конец работы у нас получается август, 15 число. Но это не в мою пользу, конечно, я бы закончил раньше, потому что основное уже готово. Контракт когда у нас должен быть? 15 августа. Я первый график я сделал с укороченными сроками, но поскольку приходят изменения, а потом невольно я себя подставляю, поэтому лучше мы сделаем график согласно сроку договора, выполним раньше, нежели я буду сокращать срок и подставлять себя. Это для того, чтобы, ну, у нас все-таки... Может быть, где-то я защищаю свои возможности, да, и в рамках договорных обязательств. Но, с другой стороны, моих же интересов ускорить все процессы, поскольку быстро сделали, быстро получили, и все рады сейчас. Значит, сейчас ваш график, который вы предлагаете, давайте на совместно, значит, Игорю Васильевичу, Владимиру Владимировичу, да. С учетом контракта, который есть. Значит, после того, как и желательно, чтобы завтра, одним словом, к среде, я видел все подписи, и, значит, Игорь Васильевич ваша, Владимир Ильич ваша, соответственно, ваша, да, и ко мне на согласование. Значит,
То, что от вас прозвучало о том, что там согласование, согласование зависит, не зависит, вот это надо понимать, да? В любом случае, то есть опора и освещение – это первично. То есть в любом случае, если вы, значит, затянете и будете дальше затягивать, значит, с монтажом опоры освещения, понятно, что сложно будет сделать хорошо благоустройство. И, соответственно, в том числе сейчас уже сложности есть по укладке асфальта. Поэтому то, что изначальный график был сделан, и, значит, вы уже должны были выполнить работы по демонтажу и монтажу, соответственно, уже 17 июня, конечно, это очень плохо. Окончание, значит, монтажных всех работ у вас там стоит срок на, значит, на середину июня. Поэтому на сегодняшний день получается так, что действительно вы ваши темпы работы, мягко сказать, значит, затягивают исполнение как асфальтных работ, так и благоустройства. Поэтому здесь, по-моему, комментарий излишний. Вот. И то, что, допустим, мы увидели следующий момент, проведение качества в работ, значит, соответственно, здесь тоже вызывает вопрос. Вот почему, допустим, вот на том месте, вот, который сейчас на фотографии, установлена закладная?